любой стадии сборки мы что можем понять? Мы здесь в разделе, где произведена данная операция, работник ставит свою подпись и штампик, что операция выполнена согласно технологическому процессу. То есть потом, лет через 10, я могу приехать к вам на завод, сказать, ребята, вот такой номер, и вы мне все расскажете, да, кто его собирал, да, в какой день, да, кто забивал штифт. Да. The next stage is the accessory attachment. Now listen closely, as we are about to unveil the main secret of the great Kalashnikov. He personally came up with many years ago. Вот что происходит на этом этапе? Казалось бы, простейшая операция. Мы насаживаем, как это называется? Газовую камеру. Газовую камеру на ствол. На ствол. Для чего? Для того, чтобы изделие работало. Изделие работает, используя энергию пороховых газов. Это как раз изобретение Калашникова, насколько да, я понимаю. Использовать энергию выходящих газов. Пороховых газов для работы автоматики. Покажите, вот у нас собранный ствол. Откуда будут выходить, значит, газы? Газ, когда происходит выстрел, значит, при производстве выстреля давление в канале ствола достигает до 3000 атмосфер пороховых газов. 3000 atmospheres, that's a lot. Water can cut through glass under such pressure. But in weapons, Kalashnikov decided to use this pressure to push another bullet from the gun into full auto mode. Of course, in this case, part of the gas goes with the bullet. But before it flies out of the barrel, the second part goes into the gas cylinder. И вот эти газы, идущие здесь, выходят через это отверстие. Поступают в газовую камеру и дальше через газовую трубку. Значит, давление оказывается на поршень. Поршень возвращает затвор и раму в исходное положение. Вот сюда, таким. Да. The gas cylinder is attached to the weapon just like the barrel with the help of pins. Next, they install the muzzle brake, which reduces recoil during shooting. But now, it has another intended use. На АК-12 появилась вот такая вот необычная корона, да, на дульном срезе. Это, значит, для десантников, значит, первое назначение, чтобы разбить стекло, когда штурмуем изделие, и, допустим, перебить проволоку, легче было, если проволочное ограждение где-то есть. Класс. Это буквально ноу-хау последние 2-3 года придумали, эти зубчики. Кстати, никто не задавал этот вопрос, это вы первые. To demonstrate how to cut a wire with these teeth, we take a wire and span it with the crown. If we wish, we could pull the trigger. This is how it looks for a car window. Not even the strongest strike has a result. Unlike with the old AK-74M. Of course, if you hit strongly enough, even this club will break a car window. However, our shooter had to take a run up before the strike could do that. You'll say that the force of the two strikes don't differ much. It's possible they don't. But in war, these very little things often save lives. Meanwhile, assembly of the AK-12 is almost finished, and the weapon ready for use. To do that, a firing and trigger mechanism is attached to the assembled object. Но вот на этом этапе мы получили готовый стреляющий автомат. То есть мы можем и совершенно спокойно вести огонь. То есть сюда, если зарядить пулю, он будет... Уже будет работать. В таком виде он поступает для испытания в тир. To clarify, every non-burnished barrel undergoes shooting practice. Right after that, precision results are estimated. The rifle should assuredly hit a 6-inch target from 300 feet. Система контроля, которая здесь находится на этом предприятии, она определена военными ГОСТами обязательно. И поэтому, прежде чем попасть к военным на приемку, естественно, происходит контроль. Проводится он повсеместно, трехступенчатый. Система ГОСТов трактует нам делать именно так и никак по-другому. Каждое несоответствие здесь — это смерть в бою. То есть какая-то задержка, какие-то неполадки и неудобства в эксплуатации
как раз трактует о том, что либо жив и защищаешь родину, либо смерть. The triple stage control means that every rifle is checked first by the production shift foreman, then by the plant quality assurance unit, and next by the military approval committee. Meet the senior engineer of the military approval committee of the division arms production at the Kalashnikov concern. He's one of the specialists who has the right to show the full kit of the new AK. In this very form, it goes to the elite units of the defense ministry. В комплект изделия входит 6 магазинов, глушитель, передняя рукоятка, втулка холостой стрельбы и штык-нож. Также по требованию заказчика могут устанавливаться боковые планки Пикатинни для установки лазерных целеуказателей и фонарей. Также используется уже 3-точечный ремень. Okay, the seven-figure business roadmap is simply a process where you go from the I to the we to the they. Like, что позволяет свободно манипулировать изделием в бою. As for the new AK-12, they have upgraded both the rifle, magazines, and even the belt. When it comes to the Picatinny rails, look at the footage we filmed in Syria. One of the SOF units, the Special Operations Forces, the elite of the army, is preparing for a mission. Naturally, each warrior in this unit is armed with the best pieces of armament. Helmets with night vision goggles, tactical vests integrated with armor. And of course, the rifles have suppressors, laser indicators, and laser sights. Both optical and collimating. Note that many of the sights differ. Each rifle is unique. This is a question of handling, and as a result, of efficiency. That said, the old AK had no ability to be kitted for a specific task. Since the appearance of the Picatinny rail, no such problems have been encountered. Moreover, the new rifle now has some very nice little touches, like the muzzle sight, which was moved to the gas cylinder. This decreases the possibility of bending it to the side. The rifle also has a new handy pistol grip. The old one was smooth and became slippery as soon as the hand began to sweat. The new one has slots for the fingers and a case with a cleaning kit. In addition, the magazines of the AK have also undergone a serious upgrade. Магазин у нас 30-местный, с окнами визуального осмотра. В отличие от предыдущего, который, как мы видим, абсолютно глухой, ничего мы здесь не видим, а здесь мы можем четко понимать, сколько у нас еще патронов осталось. Сколько патронов в магазине, да. Но зарядка ровно такая же. Ровно такая же, 30 патронов. The purpose of these windows is clear. To see how many rounds are left in the magazine. But there's more. При полностряженном магазине, в данном виде, здесь у нас есть индикатор заряженности. То есть мы видим то, что магазин полный. Секундочку. Вот, вот это, да. Вышло. Да, смотрите, я уберу один патрон. As soon as you take one round from the magazine, the shooter will be able to determine if it's loaded or not by touch. It's especially vital during indoor operations, when soldiers often do not empty their magazines. They just switch to new ones, since they don't know what will be behind a corner. The tactical vest has an average capacity of 8 additional magazines, and there's no time to remember which one of them is empty. Now, you can understand that by touch. Мы по-прежнему находимся на испытательной станции концерна «Калашников» в городе Ижевске. По-прежнему исследуем наш автомат АК-12. И теперь нас, а точнее автомат, ждет испытание пылью. Для этого, вот вы видите, руководитель испытательной станции надевает на меня специальный глухой костюм. Важная его особенность – наличие сзади шланга, подающего кислород. Вот сейчас увидите, этот шланг будут фиксировать. Вот кислород пошел. Так, ну, это, понятно, не чистый кислород, это воздух чистый. Задача на этом этапе максимально запылить это пространство.
и максимально запылить автомат и стрелять именно в пыли. Закрываем двери. Мы закрываем шлюз, и сейчас сюда будут подавать пыль. The dust is being pumped through the special ventilation. As soon as the test range operators flip the switch, a dust storm will form inside the chamber. Но самая неприятная особенность работы в пылевой камере состоит в том, что по мере того, как идет запыление, просто теряются ориентиры. Вот я сейчас в одну сторону перекрутился на 360 градусов, теперь в другую. В этот момент, стоя посреди камеры, ты просто не понимаешь, где шлюз, где автомат. Надо сделать несколько шагов в сторону для того, чтобы хоть как-то сориентироваться. Breathing inside a rubber suit causes perspiration. On one hand, you've got dust, and on the other, a sweat-filled piece of transparent plastic. Sometimes you can't see your own hands. You can't aim in such conditions, but you can definitely shoot. When watching this footage, it seems the AK-12 is only slightly covered in dust. But in fact, those microparticles have infiltrated all its cracks, both into the barrel and the breech frame. Покажем. Вот смотрите. Усложняем ситуацию. Берем. Собираем пыль с земли. Killers. It's what Sam Peters calls being pro-choice. And it's not just talk.